Среди карагандинцев немало людей различных профессий, которые, не жалея сил, вкладывают свой труд и талант в развитие родного города. И каждый из них достоин отдельного рассказа. Наверняка многим из нас сделали в больнице рентген и дарили на память особую фотографию. Сегодня речь пойдет о враче-рентгенологе Зуре Нургалиевой. Трудовой стаж Зуры Сырымжановны Нургалиевой почти 50 лет. Все эти годы она работает в центральной больнице Сарани. В профессию пришла не случайно. С детства мечтала быть медиком. У меня соседи были медсестра, фельдшер, акушерка. И мне нравилось. И они всегда приходили, всегда такие доброжелательные, такие хорошие. Всех детей знали. Это я на селе выросла, в Бухаржировском районе, тогда Ворошиловский район. И вот я хотела быть, мне нравилось. Мама рожала двоих дома. Мы в дверь заглядывали так. Нам хотелось увидеть, только мы крики. Потом уже нас запускали, когда все пройдет. После окончания Карагандинского медицинского института Зура Сырымжановна уехала в Туркмению, где 2 года проработала педиатром. Затем вернулась на родину и уже 47 лет работает врачом-рентгенологом. Получив нужные снимки, она описывает их и составляет свое врачебное заключение. От ее выводов зависит тактика лечения. Что с костью, перелом или ушиб, от чего боли в голове и так далее. Список вопросов, которыми занимается врач-рентгенолог, бесконечен. В действительности мне нравится эта профессия. Если бы не нравилась, наверняка ушла бы. Но профессия у нас хорошая. Награды и грамоту врача с большой буквы Зуры Сырымжановны за многолетний самоотверженный труд не счесть. Это грамота моя, одна из грамот за активное участие в развитии профсоюзного движения. Вот уже много лет бок о бок в одном кабинете Елеусыз Касыбаева трудится со своей подругой. Знакомы они со студенческой скамьи. Коллектив больницы сложился на редкость дружный и сплоченный. Я благодарна и судьбе, и Богу, и коллективу, что мы бок с ней так трудимся и в любую минуту друг друга поддерживаем. Зура Сырымжановна уверена, что медицина не терпит случайных людей. В профессию нужно приходить по призванию. Работа здесь сложная, колоссальная, ответственная. И помимо профессионализма, медицинский работник должен обладать состраданием и человеколюбием. Нужно отметить, что врачи-рентгенологи выходят на досрочную пенсию в 45 лет. Зура Сырымжановна, выйдя на пенсию, продолжает работать, потому что просто не представляет свою жизнь без любимой работы. Я молодежи пожелала бы, чтобы они, если пошли в медицину, то уже добросовестно учились бы. Как мы зубрили. Твою жизнь охраняют от бед люди в белых халатах. Люди в белых халатах. Люди в белых халатах. Твою жизнь охраняют от бед. Светлана Фарина, Данил Тарасов, Данил Заславский, 5-й канал.